Бог – любовь. Откуда это? Христос родился в иудейской среде. Он не знал никакой греческой, римской философии. И вокруг этой иудейской среды этого не знали. И в иудейской среде знали не Бога любовь, к сожалению, а Бога судью. Если ты богат, значит, ты угодил Богу. И вдруг Христос говорит, что Он посылает солнце, посылает дождь на злых и добрых. Не знает различия. Так возлюбил Бог, что добрых? Нет. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. С креста распятый, в страшных мучениях, а Он обращается к Отцу. «Отче, прости им, кому, этим извергам, которые пригвоздили Его к кресту». Откуда Он взял это? Стоит задуматься. Откуда? Он же находился только в этой среде и больше нигде.